творчество нужно. Ребят, это не ограничено. Школьники не ограничены. То есть, в принципе, я могу вам в этом помочь. Я же закончила юношеский клуб космонавтики, я могу туда прийти с вашим проектом. Да, мы упомянули это его нашей потому что вы меня все хорошо знают, я вам кто-нибудь не либо напишет, либо мы скинем это где-нибудь. Мы упомянули это в презентации, и вот с вами будем работать. Там с 7 класса они начинают, как у них начинается физика, и по 11 класс. Прекрасно. Да, ребята, ребята будут развиваться. Тоже еще вопрос. Да, пожалуйста. Вы сказали то, что у вас возраст, в принципе, не ограничен. А как в том случае вы были ранжированы место? То есть какое-то подведение итогов? То есть по секциям или это за что? Просто у всех же разные уровни. Да, вот мы отдельно разделили школьников и студентов. У студентов свой зачет, ну, соответственно, у школьников тоже доработаем наш проект и идем уже на разные ответви развития. Возраст не подходит. Если это будет нужно. Спасибо. Еще вопрос про школы, которые вне города. В каком формате они будут представлять свои проекты, если они хотят? Ну, значит, мы будем присылать им и к вам информацию по поводу этого конкурса, если они будут заинтересованы и смогут собрать команду. То есть вы открываете либо ВКонтакте, социальную страницу, где этот проект идет. Конечно. Да. Мы это все обговаривали. Да. И там в социальной сети. А потом да. Будет организован выезд данной группы ребят в университет. То есть будут приглашены? Да. Приглашены в университет? Да. Так, еще ребята, пожалуйста. А количество участников ограничено? Не ограничено. И сколько команд заявится, столько проектов будем рассматривать. Еще? У меня вопрос. А кто будет организатором данного проекта? Организатором данного проекта будет наша команда и наши ребята, которые помогали нам в этом, наши кураторы, которые помогали нам в этом. Юридически как-то будет помогать? Если это возможно, то будет прекрасно. То есть оформление студенческое объединение? Да. Прекрасно. Ребята, еще есть вопросы? Спасибо.